дней до открытия. Ну. У меня ничего не готово. Может быть, вообще все это отменить? Или нужно обратиться к проверенным источникам? Так. Старайтесь ничего серьезного не планировать на этот день. Он может подарить вам неприятный сюрприз. Маш, да выкинь ты эти гороскопы. Я тебе помогу и докажу тебе, что эти гороскопы такие же точные, как расписание маршруток возле Синьковского магазина. Є проблема. Ну не можу я с красивыми девчатами нормально разговаривать. Женщина любит, первое, комплименты. И второе... Напор! Розпрягайте, хлопці, коней, та й лягайте на дівчат. Я піду в сад зелений, в сад криниченьку копать. Ти вивізку заказав? Вот, отправляю. Не переживай, ми успеємо. Это кабзда. Сынок. Ну? Хвост пистолетом и напор! Це не моє. Ти що той? Який? Незайманий? Да. Лучше б ти був гієм. Свадьба, перва брачна ніч і, згідно українського законодавства, твоя проблема рішена. В твоїй ситуації, повір, це єдиний реалістичний план. Кабзда. Завтра открытие салона с вывеской «Лажа», рыбки сдохли, короче, полное. Я в гороскопы не верю, но ситуация заставляет меня задуматься. Ты мне даешь шампанське, а я тебе завтра зранку приношу этих вот мальків. Никто разницу не пометит. А кто днем салют запускает? Придурки какие-то. Ты салют слабенький. У нас же будет лучше, да. Ага. У нас будет намного круче салют. А, чуть не забыл. Сегодня же у сельского головы день рождения. Пойду поздравлю. Макс, ну ты хотя бы бутылку вина возьми в подарок. Ага. Хотя, он на прошлом празднике нам просто анекдот рассказал. Ну, может, не такие. Макс, переоденься, пожалуйста. Ага. Чуешь, Марусечка, а расскажи, где ты работаешь? А? Любань, ты чё? С тобой ж в салоне. Да? А, ну да. Я хотів спросити, ви той, як його, давно знакомі? Всю жизнь. Ти чого, Вась? Ми ж з одного села. А, ну да, щось я той. Да. Забуваєш, так? Да? Да. Ага. Ой, у мене теж ситуація була. Я якось вишню обрізала і не глянула, на які гілці сижу. То потім з бабою Ганькою по три рази на день здоровкалась і так цілий тиждень. Цілий тиждень! Назарка наш такий молодець, тільки ось з города приїхав. А там він, Марусечка, займається цими комп'ютерами. Айтюшник. Тішніше. Ага. От. А зараз приїхав і по хазяйству мені все, і корову подує, і молоко на сепараторі перевіє. Ну, діти мої, як то кажуть, за вас. Щасливого вам плавання. Давайте. А ви що, мене сватаєте? А Назар що, нічого тобі не говорив? Та говорив, я тільки нічого не поняла. Порою мною, прийди за свідання, і мною. Ні, ну я розібрала тільки те, щоб він хотів, щоб я прийшла, то я прийшла. Так а чого ти розплакався, тютя? Слабак! Так це батя так сказав. Ти на що в кого слухать?
Откуда у бомжа печенье? Це ще той воздыхатель. Він у нас мастер по ухаживанию и соблазну, да, Васечка? Альфа-самец, значить? Ну, конечно, ну, трошки приукрасив. Та, чуть-чуть. Ну, що ж ти не сказав, що ти таким самим був? Вася! Нужна ваша помощь. Реальний вопрос жизни и смерти. Давайте. Чу? Ну, пожалуйста. Ну, по дороге объясню. Давайте. Вася! Иду! Целая охрана, отмена по воде. Ты дурак, ты чем тушишь моим счастливым костюмом? Бережи ее, тримай. Ты что робишь? Что ты? Так, огня там больше нет. Ага. Ну, внутри полная гавда. Да, Максимка, гороскоп правдивый оказался. Не твой день, треба було мероприятие переносить. В смысле? Ты же говорил, что сегодня мой день. А то фраза из журнала, что в туалете лежал. А ты что, поверил? Я інколи удивляюсь, який ты довірливий. Та ладно. Слухай, Максимка, не хвилюйся, я зараз тобі прочитаю гороскоп. Ти в нас хто? Самое время. Дева. О, а ну давай, Марусь. Дева, сьогодні ваш день. Ага. Будуть на роботі невеликі неприятності, які ви легко переборете. Не опускайте руки і вище нос. І все вийде. О! Угу. Ну от. Так, сьогодні мій день. Це вже добре. До відкриття менше суток. Ми все успеємо, якщо все правильно зробимо. Да. Любань, шо? Ти йди к Маше і зроби все, щоб вона сюди не прийшла і не побачила ось цей Нотр-Дам. Я поняла, Максимка, все зроби, секунду ділом, вона вже немає у Маші. Угу. Вася, Назар, ви зі мною, там ще роботи. Подожди, работать? Так це ж не, работать я в робочі переодягнуся. Ти теж, костюм бережи. Хорошо. Марусь, а про гороскоп це ти... Ну, звісно, збрехала. Ні, ну треба ж якось підтримати людину. Любаня, испугала, и так нервы прыгают, как на батуте. А что это они прыгают, как на батуте? И куда это ты такая красиво собралась? А я хочу пойти еще раз заглянуть в салон перед открытием. А что там заглядывать? Да, может, он сгорел. Нет, я шучу, ты не переживай. Ну, просто хочу посмотреть. Дома я уже все сделала. Пригласительные разослала, торт заказала. Як заказала? Ты что, Машенька, торт нельзя заказывать? На открытии надо пекти торт своими руками. С какого перепуга? А с такого перепуга. Есть такая примета, что господиня у своей новой хаты хлеб должна испекти своими руками. В твоем случае дом – это салон, хлеб – это торт. Ну, это для того, чтобы у доме панувало счастье, добробут и везение. Ты же хочешь, чтобы у тебя было везение? Любань, если бы мы верили всем приметам, наше везение закончилось с нашим переездом в Синьковку. Я в салон. Не дивися. Я тебе предупредила. Просто бывший хозяин фермы на открытии пішов и купил хлеб в магазине. Так его сразу шиферинкою придавило. Царство ему небесное. Блин. Так, давай ты сейчас со мной сходишь в магазин, угу. И мы купим все, что нам нужно на торт. Як кота побрить, давай. Подожди. Це в наш магазин той, що біля салона? Нет, в Сіньковський ЦУМ. Ну, конечно, в тот, что возле салона. Заодно и в салон заглянем. А він закритий. Да. Надежда сьогодні раніше закрилася. А ти що не чула? У нас в озері знайшли німецький мотоцикл. А вона пішла на нього подивитися. Тому що до сих пор дідушку свого шукає. В общем так, план такий. Зараз ми з тобою переодіваємося, собираємо всі продукти у кого що є, і ти починаєш пекти торт. Договорились? Ти мертвого говориш. Максимка, ти повісь табличку не палити, щоб нам знову тут не довелось ремонт робити. Вась.
Что тебе тут нужно? Как? Я пришла тебя поддержать в трудный момент. Слухай ты, мисс зараза заразилна. Забирайся звідси і сама знаєш куди. Бо я відчуваю, що залишишся тут надовго. Валіком під обої закатаємо. Що, хочеш поучаствувати в ремонті? Боже, яка красномовність. Мене ж подих перехопило, що жар кинуло. В жар кинуло? Так. Ну так остынь. Чого і стоїло ожидати? Хорошо. Будем считать, что это приглашение на завтрашнее мероприятие. Но я буду не одна, а со столичной прессой. Обделаться на всю Синьковку – это не уровень Маши, а вот на всю страну – это другое дело. Да. Сосачку будешь? А я не знала, что у нас дома столько всего есть. А у меня, дивись, что есть. Значит, крахмаль, лимонная кислота, розрыхлитель, сода, лаврушечка. Ну, нам она не надо. И оцет. Хотя я подозреваю, что это Васькина заначка. Хотя не оцет. Ты пьешь уксус? Ну да. Будешь? Пожалуйста, сейчас вообще не до этого. У меня совершенно ничего нет для мраморных коржей и для королевского крема. А должно получиться вот так. Тю! Легкотня! Сейчас за мисом песочного теста коржів напечем, сметанкой перемажем, клубничкой украсим, и будет вещь! Так что давай мне цей. Мука, яйца. Что означает «давай мне»? Ты же мне сама говоришь, что торт має бути приготовлений руками господині. Ну? Ну, так я справлюсь і без твоєї сметани. Машенька, та я на цих тортах собаку з'їла. Ні, я, звісно, не знаю твій опит, но мій опит тобі точно знадобиться. Ну, якщо мені понадобиться з'їсти собаку, я тебе приглашу. А поки я буду робити свій ідеальний торт, такий, що всі скажуть вау. Спасибо тебе огромное. Жду тебе завтра на відкритті. В смысле, это ты что, меня сейчас обидеть решила? Нет. А знаешь что? Печи свою кулебяку сама. Так. Я сделаю себе идеальный торт сама, и все скажут вау. Хотя плюс-минус в нашей молодец. Когда она свежую увидит вот это будет... Вырвание воды? Угу. Любань, а? Можешь сделать торт? Пожалуйста. Да я два пальца об асфальт. А где торт? А, так я пораньше встал сегодня и отвез его в салон. Красивый? Бомба. Ты молодец. Ой. А что это такое? Не надо, не надо, не надо. Это я стирку собираю по всему дому. Вот, видишь. Я сам разберусь. Ты иди, у тебя же сегодня важный день. Ты у меня золото. Поймаюсь. А, Астер. Но ведь ты же мог меня подождать. Да я уже почти пришла, сейчас буду. Моль, ты тоже это видишь? Класс! Так. Всем привет! О! О, как мило. Странно. А я думала, запах краски уже должен выветриться. А где мой торт? Его еще нет. А он уже есть! Я тут!
Думала, не донесу таку красоту. Машенька, ты меня вибач, пожалуйста. Я решила похозяйничать. Як раз ягода пошла, то я украсила немножко. Ой, очень красиво получилось, спасибо. Правда? Классный у меня тортик, да? Да, классный у тебя тортик, да. Такий пропорциональный, рівненький. Кстати, очень странно. Я думала, у меня гаражи просели. Я когда ночь его заканчивала, совсем ничего не соображала уже. А, тюток, а ты что не знаешь? Коржи ж в полнолуние, они ж поднимаются. А вчера как раз было полнолуние. Да? Не, вообще, дуже красиво, дуже. Я бы так не смогла, конечно. А я тебе говорила, что ты еще будешь просить тебя научить. Да, попрошу. Мне дуже интересно, как ты это своими такими ручками делаешь вот такую красоту. А я научу тебя обязательно. Кстати, Макс, поставь его, пожалуйста, в коробку, потому что он должен стать сюрпризом вечером. Хорошо. Любань, пойдем, надо посоветоваться. Да-да-да. Смотри, я думаю, торт нужно поставить где-то здесь по центру. Согласна, чтобы да? Красиво, да. По бокам фуршетные столы у нас будут. Машенька, а фуршетница коли руками? Нет, Любань, это когда стоя. Я тебе миллион раз говорила об этом. Вот, так, дальше. Дальше я хотела с тобой, знаешь, тоже посоветоваться. Так много людей хотят прийти до нас на открытие. И все интересуются. И барладяны, Кумаирка, Шалдина, Калуга будет присутствовать у нас на мероприятии. И Ленька Корбут. Ну да, он трошки дурненький, ну ничего. Ну будет развлекать нас на мероприятии. Что ты без него? А чего? Гальку Косоглазу, Наташку Трубу, Казарбинів. Вот этого самого, ну, что на кутку там живе, господи, как она. Ну, короче, я так подумала, нахіба нам цей циганский табор? Сказала, чтобы не приходили. Я правильно сделала? Люба. Это будет волшебный день. Добро пожаловать в первый в Синьковке салон красоты Марии Бондаренко. Проходите внутрь, там будет еще красивее. Здравствуйте, дорогие гости! И знакомьтесь, это персонал нашего салона красоты. А для тех, кто не узнал, Катя, Маруся и Любаня. Девочки, вы незаконно красивы. Ага. Прошу вас, проходите за мной. Над интерьером нашего салона работали лучшие дизайнеры, а ремонт делали настоящие профессионалы. У нас в салоне есть потрясающая VIP-процедура, которая пришла к нам из Дальнего Востока. Это Fish Spa. Пилинг ног рыбками Гараруфа. Пройдемте со мной в подсобное помещение. Вася, сюда. Это что такое? Что? Ты называешь это мальками? Никто разницы не увидит. Ой, Зимка, ты думаешь, я сам довольный? Ты розумеешь, коли для себе ловлю, так якісь отакі п'югайлики ловлюць. А як для кого чужого, так вудка аж наполовину отак гаданеться. Ну, як пороблено. Ну що, як? Що, як? Гороскоп твой неправдивий. Ой, а чого таки пішуєш? Ну, Маша нічого не догадується, а гості ніби довольні, як свині пісні. Може, дійсно все хорошо. Доброго дня! Зачем я это ляпнул? Як це взагалі можливо? А ти що прийшла? Тебе ніхто не звав, давай шуруй звідси. Тебе тут поставили для того, щоб на твоєму фоні салон виглядав ідеальним. Ти себе бачила? Ти, як там тебе, ма? Гівно в окулярах. Получила? Дана, дивись або дограйся. Ну і, конечно же, самый сладкий момент нашего открытия. Это делайте, что хотите, но остановите ее. Который я сделала своими руками. О, Маша, мне можно тебе на пару слов? Теперь прямо сейчас? Да. Одну секундочку, простите. А? Я не розумію, як можна було з такого жахіття зробити таку красу. А я думав, жінки щоранку роблять із жахіття красу. А я виведу вас на чисту воду. Готуйтесь до глобального позорища. Це сенс життя мого баті. Судячи з ваших облич, тут щось не так. Ось
там щось відвалили. Що, опять? Я так і знала. Торт, на самом деле, он... А ну, стой! Привет из Будапешта. Ви дуже про це пожалкуєте. Кошмар. Согласен, такой торт испортил. Ну, вроде все нормально прошло, да? Макс, все было великолепно. Ну, за исключением этого момента с тортом, который испортила эта Дана. Ну, да, да. Ты знаешь, я такая дура была, что я верила в эти гороскопы. Ну, кстати... Нужно будет завтра заказать рекламу на региональном телеканале. Слушай, а может перенесем, а? А то я тут почитал, что завтра не очень удачный день для воплощения новых идей. Так, а ну пошли вон отсюда! Геть звідси! Молодежь, я дико извиняюсь, но як бы це покрасивше сказать, вы, короче, тут не одни. Ну, а ти, Сіна, молодец. Напор! Бать, да скільки можна? Скажете, звичайна перукарня у селі? Ні. Вишенкою на торті свята було шоу. Жінка, яка підняла скандал і впала у святковий торт. Это была специально приглашенная актриса из Киева. Это был пранк. Мы хотели сделать что-то необычное, и мне кажется, у нас получилось. Макс! Я тут решила девочкам салон торт заказать. Можешь помочь выбрать? Ничего не случилось! Ты курица, да? Я тебе пчелку на ноздри намотаю! Мы не сделаем это! Мы сделаем это! Хорошо ты че.